Ну что же, всем привет, с вами Никита. И сегодня я запишу, небольшой видосик на тему шипения. Ну и короче, шипения больше нету. Да, все, это конец шипению. Ну и в принципе, вот это все, что я сейчас хотел вам сказать, мои дорогие друзья. Мои следующие видео будут выходить исключительно без шипения. Ну, я надеюсь. Да, ну, при звуке, вот если вот я буду громко говорить, то, ну, там есть звук шипения. Но он незаметный. Поэтому, всем счастливо. Мои видосы теперь будут без шипения. Теперь ваши уши не будут в крови. И вам будет все очень хорошо. Вам будет приятно меня смотреть. Все, всем спасибо, всем счастливо. Всем пока.